В этом видео стойка для столешницы от производителя Springfield. На такую стойку вы сможете установить достаточно большую столешницу и отрегулировать ее по высоте. Стойка выполнена из анодированного алюминия, а замки из пластика. Основание для крепления столешницы квадратное, со сторонами 300 мм. На нем имеется отверстие для крепления. Основание крепления к палубе круглое, диаметр 300 мм. Также имеются отверстия для болтов. Данная стойка регулируемая и имеет три уровня. Минимальная высота 315 мм, максимальная 714. Эта стойка газонаполненная, и при подъеме ее не надо применять усилия. Достаточно расслабить замок. Сейчас я расскажу вам еще один способ, как можно замечательно использовать эту стойку. Помимо того, что сделать обеденный стол, который может регулироваться, вы можете использовать этот стол как дополнительное спальное место. Вы подбираете столешницу, подходящую к вашему угловому диванчику, устанавливаете ее, затем опускаете до уровня дивана, и вот вам дополнительное спальное место. Данная стойка очень массивная и выдержит вес одного или даже двух человек. Вот такая вот замечательная стойка.